Кстати, в новогоднюю ночь несколько троллейбусов на некоторых популярных маршрутах будут работать до 4 часов утра. В частности, 23 троллейбуса будут курсировать по маршрутам 1, 2, 6, 8, 11 и 11Б. Водительский состав и кондукторский состав с энтузиазмом отнеслись к данному мероприятию. Были оформлены специально у нас салоны троллейбусов. У нас ежегодно проводятся конкурсы по оформлению салонов троллейбусов. И с какой добротой и желанием они отнеслись, вы можете проверить или ощутить, пользуясь нашим троллейбусом в предновогодние праздники, новогоднюю ночь и посленовогодние каникулы. Приобретенные проездные билеты на январь месяц также будут действительны. Ну а в первый день Нового года троллейбусы начнут работу в 6 утра. Стоимость проезда, в том числе и в новогоднюю ночь, не изменится и составит 16 рублей.